Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка, и сегодня у нас огромная посылка, которую я распаковала за кадром, все примерила, кое-что погладила, посмотрела, и уже могу снять для вас видео. Посылка стоила $150, и она была не исключительно для меня. Заказывали мы совместно с семьей брата. И там, кстати, еще получалась скидка, когда ты заказываешь на $140, насколько я знаю. В общем, со всеми этими прелестями заказ мне обошелся $150. И давайте посмотрим, что же в нем было. В последнее время я постоянно заказываю только одежду, но я совсем забыла, что там есть аксессуары, что-то для волос. И мы взяли вот такие крабики. Один набор взяла Parvana, другой я себе. Не знаю, как у вас, ребятки, в стране, но у нас один крабик стоит где-то $1. А здесь получается 3 крабика за $1. Я немножко, если честно, сомневалась, боялась, что они будут какие-то некачественные, не будут хорошо держать волосы. Но я их уже затестила, пока все это раскладывала. И, в общем, супер, я очень довольна. В наборе 3 цвета. Это желтый, красный и фиолетовый. Вообще, заколки и такие штуки на Shein очень выгодно заказывать. Во-первых, они хорошего качества. Во-вторых, стоят где-то в 3 раза дешевле, чем у нас здесь в городе. Как всегда, ссылки на все товары будут внизу в описании под видео, так что заглядывайте туда. Раз мы уже начали, давайте наконец-то покажу вам сережки, о которых так долго говорила во влогах, сомневалась, заказывать или нет. И в конце заказала, они невероятно крутые, но вот эта нежно-голубая часть, она такая силиконовая. И мне кажется, если грязными руками брать эти сережки, в скором времени они потемнеют и будут грязными. Так что надо быть аккуратными, особенно с тональным. Этот момент я, кстати, не учла. Я подумала, пластмассовые сережки точно не почернеют, поэтому надо брать. И тем более у меня в гардеробе очень много одежды именно такого голубого цвета. И летние какие-то платьишки, и осенние кое-какие модели, поэтому я думаю, буду носить. Особенно хотела на мукбанках сделать голубой макияж и вот эти сережки. Огромный плюс этих сережек, что мне положили аж 4 заглушки вместо 2. Давно я себе хотела длинную юбку, очень извиняюсь, здесь на видео я ее не погладила пока что, потому что не было времени, мне нужно быстренько эти вещи отдать. А семье брата Parvana нужно отдать, они тоже ждут, им интересно, что им пришло, и мне надо снять это видео. В общем, я заказала себе такую юбку, давненько хотела носить со всякими топами. Здесь я мерила с черным топом, но еще у меня есть такой бежевый, с ним вообще классно смотрится. Я даже видела, девчонки подобные юбки носят с кардиганами, это тоже смотрится очень даже ничего, поэтому буду обязательно носить. Очень красивый цвет, я взяла в размере XS и правильно сделала. Единственный минус, который могу отметить у Shein, у них слишком большие размеры. Я не могу себя назвать супер такой, знаете, худенькой, но для меня даже XS порой большой. У меня есть одно платье, кстати, которое так и осталось у меня. Оно размера S, но это на XL просто, оно всем большое. Поэтому обязательно смотрите на размерную сетку, обязательно смотрите на отзывы. Я свои параметры обязательно оставлю в инфобоксе, вы можете сравнить со своими. Раз уже мы начали говорить про одежду, я решила себе заказать. Давненько смотрела, вот у меня есть несколько моделей платьев, которые я хочу купить и каждый раз откладываю. Например, я очень хочу купить футболку с принтом доллар или юбку, ну что-нибудь с принтом доллара. Это у меня все лежит в корзине, думаю, в следующий раз и так остается. И вот это платье как раз-таки из той серии. В следующий раз обязательно куплю. Платье очень красивое, утонченное, нежное. Мне кажется, его можно даже зимой с капронками и с ботфорами будет смотреться вообще классно. Тем более у нас в Азербайджане не особо холодная зима, поэтому я думаю, просто супер. Платье очень короткое, сразу скажу, но мне кажется, это даже плюс, потому что если бы оно было бы чуть-чуть хотя бы длиннее, оно бы уже не смотрелось настолько элегантно, красиво. То есть уже было бы что-то не то, поэтому идеальная длина. Но если вы не носите супер мини, то, к сожалению, это платье вам не подойдет. Платье не просвечивает. Супер, мне очень нравится. Я думаю, опять же, не обещаю, мне кажется, что зимой я уже не буду делать так много заказов, потому что я люблю покупать именно летние какие-то наряды, какие-то откровенные платья, а вот зимние какие-то свитера, свитшоты я не очень люблю. И даже в обычной жизни очень редко покупаю зимнюю одежду, у меня летняя одежда весь шкаф забит. А зимней одежды нету от слова совсем. И даже на мукбанках раньше мне в комментариях писали, Айка, сколько можно надевать одежду,
одни и те же свитера на мукбанке. Неужели нельзя купить себе пару разных свитеров? Честно, я не люблю их покупать, хотя в этот раз я сделала исключение, потому что действительно у меня очень мало свитеров, и мне порой даже стыдно, что я в мукбанках постоянно в одном и том же. Поэтому ради вас, мои хорошие, я все-таки решила себе заказать кое-что теплое. Посмотрите, какой красивый принт. Но, честно, мне не по душе, хотя очень хорошее качество, просто я не люблю покупать зимние вещи. Меня прям надо заставить, чтобы я купила зимнюю куртку, какие-то шарфы, шапки. Напишите в комментариях, если вы тоже такая же. А этот свитер, он реально очень теплый, совсем не тоненький, классно сидит, можно миксовать с разными луками. В общем, я довольна и качеством, и ценой платья, из-за которого я делала этот заказ. Я понимаю, что лето заканчивается, и у меня платьев очень-очень много. И со временем мода меняется, и столько я не успею переносить, но я не смогла удержаться. Если честно, на фотографии мне показалось, что материал немножко другой. Если вы думаете, что это платье я не гладила, вы сильно ошибаетесь, я его гладила. Но, к сожалению, оно очень быстро мнется. Для меня это существенный минус, как для супер ленивого человека, который не любит гладить от слова совсем. В отзывах просто не был написан этот момент, а так платье село просто идеально. В отзывах, кстати, все писали, что маломерие, ничего подобного. S мне подошел просто идеально, сел, как будто шили на меня. Все отлично, и цвет супер богатый, и смотрится красиво, и село хорошо, и разрез там, где надо. Единственное, это натуральная ткань, поэтому она очень быстро мнется. Надо быть аккуратной, и каждый раз придется гладить перед тем, как надеть это платье. В основном я решила заказать из-за цвета, в моем гардеробе, по-моему, такого зеленого цвета ничего нету. Нет, есть свитер. И, кстати, можно носить без бюстгальтера. В последнее время я стараюсь выбирать платье, которое можно носить без бюстгальтера. И еще кое-что на зиму. Даже не знаю, на зиму это или все-таки на осень. Это такой свитер. Я его уже один раз одевала, или как правильно сказать. Но он укороченный, и здесь ленточки. Я боялась, что он мне будет большой. Чуть-чуть большеват, конечно, но модель такая. Размер я взяла, чтобы вам легче было ориентироваться. Размер у меня S. Я пока что не могу вам сказать, как вещь себя ведет после стирки. Это уже я вам буду подробно говорить в своих влогах. Если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. В процессе носки уже можно трезво сказать, стоит купить или все-таки нет. Еще, кстати, один минус Шейна. Со временем некоторые модели снимают с производства. Почему они это делают, непонятно. Некоторые модели, например, очень много заказов. С одной стороны, это хорошо. Например, бы мне очень сильно глаза бы мозолил тот факт, что половина платьев у меня уже есть в гардеробе. Но с другой стороны, например, у меня подруга увидела платье, ей тоже захотелось заказать. Я ей сказала, что не парься, я тебе закажу. Зашла, вижу, что этого платья больше в наличии нет, хотя у этого платья было очень много заказов и очень много положительных отзывов. Плюс это платье я стирала около 30 раз и ничего, в отличном состоянии. И именно поэтому у меня подруга хотела заказать это платье, но, к сожалению, его больше нет. И постоянно появляются какие-то новые модели, и совсем старые удаляются. С одной стороны, это хорошо, всегда есть выбор, всегда есть что-то новое, а с другой стороны, не очень. Еще два набора крабиков. Эти уже гораздо меньше, хотя на фотографии выглядели почти так же, как и те. Стоит 3 крабика тоже $1. Иногда дома просто нечем собрать волосы. Так, с такими крабиками по улице я обычно не хожу. Я делаю либо хвостик, либо распущенные, либо 2 косички. Но крабики супер тугие. Буду пользоваться с удовольствием. Сперва на себе заказала один набор, и я себе. Вообще, по идее, лучше один раз заказать, посмотреть на качество, а потом уже заказывать еще раз. Но как только нам сперва приходит в голову, что мы хотим эти крабики, хочет и она, хочу и я. И мы делаем сразу заказ, не думая. Немножко пройдемте по бижутерии. Очень долго я смотрела на браслет. Вы знаете, что я очень люблю золото. И последнее время, наверное, где-то 2 года точно, не покупала ничего из бижутерии. Но вдруг резко мне очень захотелось этот браслетик. И кое-что еще я заказала, кстати. Очень нежненький браслет. С такой розовой эмалью. Кстати, мне подошел как раз на мою ручку. Я ставлю на первое отделение. И вот...
такой вот браслетик красивый. Правда, он, наверное, больше на лето, но ничего. Я просто хочу посмотреть, насколько бижутерия Shein качественная. Например, этот браслет стоил $3, и мне интересно, если, например, всю зиму я не буду его носить, он у меня просто будет в шкатулке, потемнеет ли он? Скорее всего, наверное, потемнеет, потому что бижутерия Shein очень дешевая. Но посмотрим, это будет своего рода эксперимент для меня. Кстати, о сережках. Я еще заказала себе вот такие. Здесь тоже положили две заглушки. Я, кстати, еще купила себе вот такой набор заглушек. Если вдруг потеряются, чтобы были. Здесь, по-моему, 200 штук и стоил $1. Поэтому я подумала, что не взять. А сережки эти очень красивые. Я боялась, что они супер крупные будут, но нет. Здесь тоже такая же пластмасса, которую можно испачкать. Поэтому надо быть аккуратными. Я, пожалуй, наверное, буду в этом пакетике держать. У меня, кстати, есть шкатулка, точно, я вспомнила. У меня же есть шкатулка большая черная, и можно свою бижутерию как раз-таки складывать в нее. Изначально эту шкатулку мне дарили, чтобы там держать свои украшения, но я решила, что все украшения в одной этой большой шкатулке идея плохая. Поэтому для украшений я заказала совершенно другую шкатулку, маленькую, миниатюрную, и там у меня те изделия, которые я ношу на постоянной основе. В общем, я вам показывала миллион раз и рассказывала об этом. Сережки мне нравятся. Можно в мукбанках их носить. Для пробы заказала всего две пары, стоят по доллару. Прикиньте, по доллару. Зайдите в Zara, Stradivarius, Accessoires. Сколько там стоят эти сережки? Минимум $5. Еще сережки. Надеюсь, что вам тоже интересно разглядывать их. Эти я взяла на флеш распродаже, но посмотрим на качество. Ну что можно ждать от сережек, которые стоят $0.5? Пару раз поносила и все в мусорку. Ну посмотрим. Выглядят, конечно, они очень красиво, нежно, утонченно, не очень длинные. В детстве я просто обожала висячие сережки. И у меня были одни мои самые любимые. Даже сейчас помню, как они выглядели. Я их оставляла и носила на каждый праздник. Когда мы шли на день рождения моей двоюродной сестры, я надевала эти сережки. Я просто чувствовала себя королевой. И вот я представить не могла, что пройдет время, и я смогу себе заказывать все, что угодно. Что у меня будет дофига всего. Платьев, сережек, что хочешь, взяла и заказала. А раньше нет, берегла одни сережки. И когда они у меня сломались, у меня была просто истерика. Я много раз показывала вам свой кошелек. И моя подружка увидела этот кошелек, ей он очень понравился. Она решила заказать себе тоже. Я ей заказала вот такой он. Очень удобно, что он миниатюрный, потому что последнее время я не покупаю супер огромные сумки, поэтому вот эти кошельки, они, мне кажется, уже не актуальны. Этот кошелек удобен тем, что здесь можно класть карточки. И также здесь есть отделение на замочки и еще вот такое отделение. В общем, очень удобно, миниатюрно, красиво, недорого. Такой кошелек стоил всего $2. Тарвана себе заказал на пробу сумку. Я ей говорила, что на Shein сумки не очень, но она сказала, что я хочу сама убедиться в этом. Вот такая черная замшевая сумка. В принципе, она неплохая. Выглядит очень даже красиво. Здесь такой длинный ремешочек. Честно, мне не нравится этот ремешочек. Посмотрим, понравится он Первани или нет. Как-то неаккуратно все сделано. Но посмотрим, как будет в носке. И сама сумка тоже маленькая. Вот, например, если сравнить с моим телефоном, вот. Вот такая вот разница. Еще одна сумка, которую уже заказала Альбина. Вот эта сумка, кстати, мне нравится гораздо больше. Она такая молодежная, классная. Наверное, Альбиночка пойдет в школу уже с этой сумкой. В общем, сумка классная, мне она нравится. Я бы даже сама не отказалась от такой сумки. Здесь еще брелочек такой прикольный. Очень приятная на ощупь, для школы самое то. Сумка реально классная. Еще немного бижутерии, и все, мы с вами закругляемся. Также Альбиночка заказала себе кольца. Вы не поверите, но все эти кольца стоят $1. Здесь разных размеров. Я не люблю кольца обычные, но для подростка самое то. Вот так вот можно насаживать. Здесь и 16 размер, и 17, и 18. В общем, на любой пальчик можно. Хотя мне они все большие. Вот на этот ничего. В общем, очень красивые колечки. Поближе еще вам подсниму и здесь ставлю. Но мне почему-то кажется, что эти колечки очень быстро почернеют. Но с другой стороны, $1. Можно поиграться и потом выбросить. Это тоже я вижу впервые.
жакет. Ой, жакет. Жилетка. Вау, какая крутая. Я не могу. Какое качество. Такие жилетки носят поверх белых рубашек. Можно даже и в школу, если вы ходите на работу. Смотрится безумно стильно. Ну, блин, это такой крутой материал. Такое крутое качество. Однозначно советую. Я бы себе взяла прям с удовольствием такую жилеточку. Пару дней назад ходили с Альбиной, немножко походили по магазинам. У нас в городе они стоят гораздо дороже, поэтому лучше заказать. Посмотрите, какая красота. Обожаю приятные на ощупь ткани. Солнце уже садится, нужно быстрее снимать нашу с вами распаковочку. Итак, следующее, что я заказала, это, кстати, мое. Я решила себе заказать домашние резинки, которые не будут драть мои волосы. Увидела такой набор, здесь 5, по-моему, резинок. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. 5 резинок, по-моему, стоит $1. Но это никуда не носить, чисто дома собирать волосы, иногда на ночь. Супер резиночки такого материала приятного. Я взяла розовенькие. Хотя, наверное, надо было взять черные, чтобы под все. Но хотя дома как хочу, так и хожу. Давно хочу себе такой бомбер. Хотела заказать, но потом решила все-таки не брать и заказала себе летнее платье. Это же гораздо важнее, это же нужнее, чем бомбер, который сейчас по сезону. Его заказала Альбина, сидит просто идеально, обалденного качества. Вот однозначно вам советую. Если хотите хороший, качественный, не сильно плотный, если вы рассчитываете, что этот бомбер будет служить вам, как, например, осенняя куртка, нет. Но мне очень нравится, однозначно я одобряю. Гетры. Это альбинины, но мне хочется открыть и показать вам. Вот так они выглядят, смотрятся вот так, я вам ставлю фотографию. Здесь сет, состоящий из черных и из белых. Мне кажется, с клетчатой юбкой в школу будет смотреться супер. Еще замиксовать это вот этим, будет вообще чекуля, красотка. Это как гольфы, так скажем. Говоря по-русски, по-СССРовски. И еще вот такой набор гольфов. Я не буду уже открывать. Здесь оранжевые, черные, белые и розовые. Фотографию тоже прикреплю. И предпоследнее, что я вам покажу. Товар, который мне не очень понравился на самом деле. Я вообще не люблю худи, шейн. Мне кажется, они не очень хорошего качества. Я заказывала розовый. Помните, носила его дома. Сейчас, кстати, отдала в деревне какой-то соседке. Не помню даже какой. В общем, я его немножко поносила и поняла, что вообще худи я не буду заказывать шейн. Я ожидала, что, может быть, в прошлый раз мне попался какой-то дурацкий худи. Но это тоже мне не нравится. Выглядит как-то дешево. Хотя стоит не очень дешево. Очень красивый красный цвет. Но на этом все. Естественно, заказать все племяшке и не заказать племяннику неправильно. Поэтому Парваночка заказала своему сыночку вот такую футболку. Футболка хорошего качества. Приятная на ощупь. С таким вот рисунком классным. Пацанский рисунок. Вроде как я ничего не забыла, хотя это не точно. Если что, покажу вам во влоге. На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Айка. Всем пока.